Всем привет, с вами интернет-ресурс MegaObzor.com. И сегодня мы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Harper, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными девайсами. На сей раз наш взор попал на недорогой видеорегистратор с возможностью записывать видеоролики в высоком разрешении Full HD. Встречайте, перед вами модель DVH-R430. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составлен на основе данных сервиса Яндекс.Маркет на нашем сайте MegaObzor.com в текстовой части обзора. Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном видеорегистраторе. В комплект поставки включено следующее: видеорегистратор, кронштейн крепления на стекло, автомобильно-зарядное устройство и документация. Если вы ищете для себя действительно компактный, многофункциональный и в то же время незаметный видеорегистратор, то Harper DVH-R430, как нам кажется, сумеет стать идеальным решением. Качество материалов и сборки у нас никаких нареканий не появилось. Корпус девайса выполнен из качественного пластика. Сверху находится разъем для подключения крепления на стекло автомобиля. На лицевой части видеорегистратора размещен объектив камеры и динамик. На противоположной стороне обосновался 1,5-дюймовый дисплей. Сверху от него можно увидеть светодиодные индикаторы состояния работы. Понравилось то, что все функциональные кнопки управления вынесены чуть ниже от дисплея, что позволяет существенно облегчить настройку видеорегистратора. Слева расположился микрофон, слот для карты памяти и функциональная кнопка. Поддерживаются карты microSD до 32 ГБ. Справа можно увидеть кнопку включения-выключения и разъем mini-USB. Между ними спрятана кнопка Reset. Интуитивно понятное меню настроек разделено на две вкладки. Здесь вы сможете полностью подстроить все необходимые функции под свои предпочтения. Пользователям дается возможность настроить функцию экстренной записи, режим видеосъемки, контроль парковки и многое другое. Для полноценной работы достаточно будет использовать заводские настройки. Пользователям также дается возможность просмотреть записанные видео и фотоматериалы прямо с видеорегистратора. Для этого достаточно перейти в соответствующую вкладку при помощи функциональной кнопки Mod. Видеорегистратор работает на базе процессора Novatek 966-58 в одном тандеме с сенсором Sony 323, что позволяет записывать видео в высоком разрешении Super HD и Full HD. Угла обзора в 170 градусов более чем достаточно, чтобы охватить все, что происходит впереди вашего автомобиля. Для хранения данных используется карта памяти microSD до 32 ГБ класс 10. Поддерживается циклическая запись. Дневная запись показывает хорошие результаты в работе. Номера мимо проезжающих машин видны отчетливо. Данные видеозаписи можно использовать в качестве доказательства в случае необходимости вашей невиновности в суде. Ночная запись также показывает неплохие результаты. В городском режиме, как нам кажется, Harper DVH-R430 сумеет стать отличным помощником. С записанными видеороликами вы можете ознакомиться на нашем сайте megaobzor.com в текстовой части обзора. Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору Harper DVH-R430, следует отметить, что перед нами недорогое устройство, которое полностью оправдывает свою стоимость и сумеет стать незаменимым помощником на дороге. Harper DVH-R430 не оставит без внимания ни один номер мимо проезжающего автомобиля. Благодаря встроенному аккумулятору мощностью 180 мАч вы легко сможете отсоединить устройство от питания и вынести его за пределы вашего автомобиля. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, компактные габариты, неплохая запись видео и, конечно же, приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. С вами был интернет-ресурс megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.